28 марта. Память священномученика Михаила Богословского, протоиерея. Священномученик Михаил родился в 1883 году в селе Сошки Тамбовской губернии в семье псаломщика Константина Богословского. Михаил Константинович кончил Тамбовскую духовную семинарию, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию. После этого он был направлен преподавателем нравственного и догматического богословия в Таврическую духовную семинарию в Симферополе. В 1921 году Михаил Константинович был рукоположен во священника к Вознесенскому собору в Бердянске. В 1920-х годах отец Михаил был активным участником религиозных диспутов, в которых всегда побеждал своих безбожных противников. В середине 1930-х годов храмы Бердянска были захвачены обновленцами и закрыты. Оставался открытым только Покровский храм. Отец Михаил помог настоятелю организовать собрание прихожан, на котором единодушно постановили храма не отдавать. Священники были арестованы и заключены в тюрьму Бердянска. В тюрьме следователи жестоко пытали отца Михаила. Во время допросов батюшка сосредоточенно молился, время от времени осеняя себя крестным знамением. Взбешенный следователь потребовал, чтобы батюшка прекратил креститься, но священник ответил: «У вас свое оружие, а у меня свое». 29 октября 1939 года тройка НКВД приговорила отца Михаила к 5 годам заключения. Он был отправлен в Новосибирскую область, где скончался в заключении и был погребен в безвестной могиле.